Приветики. На улице так хорошо. Прохладно. Сегодня у нас относительно прохладнее, чем вчера. Вчера было плюс 12. Сегодня показывают у нас гисметео плюс 6. Снега так и нету. Но есть тучки. На улице пасмурно. Было сегодня солнечно утром. Ну, относительно утром, днем где-то в обед. Вот. А сейчас уже 16:04, и уже он полностью небо затянуло, прям уже и солнце уже и не видно. Вот. Решила посидеть у окна, так хорошо окно открыла. Вот. Окно открыла, так хорошо. Здесь у меня еще апельсинчик мой лежит. Я его, наверное, сегодня уже съем. Вот. У меня здесь у окна нормально. Вместо холодильника, потому что окно до конца я не закрываю. Я щелочку оставляю, и чтобы ветер, ой, этот сквознячок, воздух заходил. Вот. Поэтому у меня тут хорошо в комнате, как бы воздух есть и всегда проветривается. Вот. На улице хорошо, мне нравится, но я хочу снега. Снега хочу. Хочу много снега. Я надеюсь, то, что снег будет еще. Но все-таки январь, сегодня 17 января, ну, давайте уже снега. Сколько можно? Вон там по новостям смотришь, там в России какие города заметает с окон, в сугробы прыгают. Просто вообще капец. У них избыток, у нас недостаток. Давайте делитесь снегом с нами. Я раньше помню, в детстве у нас всегда было много снега. Как бы, ну, нормально всегда было. И зима как зима была. Вот. И всегда, как бы, ну, даже в детстве всегда катали на санках, родители друг к другу в гости ходили, когда вот там, ну, их друзья, наши друзья, ну, как говорится, наших родителей, да, вот, и я когда была маленькая, меня на санках возили постоянно, или там в магазин, на базар куда-то, всегда на санках, а сейчас фиг покатаешь на санках детей, где, на каких санках, он асфальт везде, везде асфальт. Капец просто. И снега всегда выпадало так много, то что даже потом вот реально вот все 3 месяца зима, зима, зима. И где-то увидишь уже, когда весна наступает, и где-то увидишь кусочек асфальта появился. О, радость, по типа, асфальту ходишь. Вспоминаешь вот эти ощущения, как ты ходишь по асфальту, думаешь, о, скоро уже все растает. А сейчас круглый год асфальт и земля. А снег это так. Редкое явление уже стало. Я помню, как вот ручейки текут, когда вот все тает, ручейки текут, там виднеется асфальт, потом виднеется земля, ты видишь уже вот этот вот слой льда, так сказать, вот утоптанный, да, за вот эти все 3 месяца, вот сколько вот там образовалось, ты представляешь, да, вот сколько это было снега. Сразу видно, да, когда тает. Там до асфальта такие реки были. А сейчас нифига нету. Птичка. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? А вот. Клюв начищает. Сидит. Я еще что хочу сказать. Вот. То, что мне кажется, у меня стали отрастать волосы. В том плане, то, что мне кажется, стали расти новые волосы. Вот, сейчас я переключу камеру. Я помню то, что раньше, вот кто смотрит мои видео, да, знает то, что после ковида я очень сильно лысела. Вот. И
когда вот так вот рукой проводила, прям, ну, было прям виден череп, и было все голое. А сейчас вот я вот так вот рукой провожу, да, ну, вроде бы уже нету такого. Как бы, наверное, мне кажется, что все-таки там растут волосы, потому что уже не лысо, уже не так лысо, но сверху оно еще как-то лысо. Вот сверху, да, вот я не знаю, видно там, нет, как там. Сверху еще вот этот рядок, он еще как-то, ну, немножко широкий, да? Просто не видно. Вот. Но сейчас уже такого нету. То есть мне кажется, что все-таки волосы уже растут. Я пока, конечно, ну, буду отращивать и дальше, а потом уже, когда уже отрастут, я потом уже можно будет сделать стрижку, и тогда уже будет нормальная стрижка, а не вот это вот то, что было. Первые дни, когда я подстриглась, конечно, было хорошо, да, все нормально. Вот, но потом волосы просто обильно же у меня просто выпадали, выпадали, выпадали. И я стала, как там сказали, полулысый одуванчик. Да, вот я одуванчик полулысый. Я, кстати, смотрела этот мультик. Прикольно. Кто не видел, посмотрите. Полулысый одуванчик. Вот. Поэтому мне кажется, то, что уже это растут. Вот, сейчас я пока ничем не мажу, ни маслом, и эсвицином, вот это средство, которым я мазала, оно у меня уже закончилось давно. Ну, где-то, когда? Ну, в конце декабря, уже где-то в декабре оно у меня закончилось. Ой, как тяжело удержать. Ой, рука устала. Вот. А масло репейное, оно еще у меня осталось. Еще осталось. Вот. Поэтому, ну, пока ничего не мажу, ничем не мажу. Ну, вроде бы получше. Если у меня получится, я сделаю фото, как было до и сейчас. Я вот недавно фото делала бока. Вот, вроде бы уже не просвечивают, да? Или, может, мне кажется, я вот не знаю, вот вроде бы уже не просвечивается мой черепок, как это было раньше, да, когда я вот так вот руку поднимала, и там просто голо было, лысо. Сейчас вроде бы уже нормально. Но не знаю, посмотрим. Если получится, я сделаю фото до и после, да, и поставлю сюда, в это видео, в конце, наверное, скорее всего. Вот. Ну, в общем, такое вот. Сижу у окошка, воздухом дышу, хорошо на улице. Вот. Может, как-нибудь выйду еще. Устала держать. Ой, устала рука держать. Неудобно. Прям мышца заболела. Вот. Ну, в общем, такое, такие вот дела. На улице пасмурно. Хорошо. Вот эту елочку я буду уже скоро убирать. Вот, еще раз покажу свою елочку. Маленькая моя елочка на подоконнике. Вот. Хоть какую-то радость мне приносила. Вот, ну буду уже убирать. Че уже? Уже все. Надо убирать. Вот я думаю, гирлянду я, может быть, еще оставлю, которая у меня здесь есть. Я люблю вот эти цветные огонечки, как они мелькают. Вот, может быть, еще пока оставлю, а может, тоже вместе и с елкой беру, не знаю, посмотрим. Вот. Там еще, я помню, чемодан показывала, чемодан детства. Руки не доходят, его разобрать надо, надо разобрать, посмотреть, да и что уже убрать, чтобы он тут в комнате не стоял. Вот, я потом тоже сниму, но пока просто не хочется разбирать его, сидеть. Вот, в общем, в целом так все нормально, все хорошо. В общем, если что, если у меня получилось сделать фото, то значит сейчас вы его в конце увидите. А я с вами, как говорится, ну, не прощаюсь, а просто говорю пока, до скорой встречи, увидимся, услышимся.
Вот, всем хорошего настроения. Всем пока.